мы выезжаем с нового западного скоростного диаметра на Приморский проспект. Можно скорость снять. Где? Окей. Wonderful design. Вау. Ну как в Нью-Йорке. Может быть даже лучше. Ощущение, что находишься в чреве динозавра, ну, вернее, внутри скелета динозавра. Отлично, едем по городу 120 километров в час. Причем, как бы не нарушая особо. И вот по моим расчетам сейчас мы должны как раз выехать каким-то образом на Приморский проспект старый. О, я вижу уже окей, смотри, вот там окей. Мы абсолютно одни сейчас на дороге, что очень прикольно. Так, что-то такое. Приморский проспект, Шаковский мост. Куда загибаться-то, ничего не понимаю. А, Приморский проспект. Ограничение 60. А, ну, видимо, еще не доделано. То есть, как бы, потом, наверное, мы будем как-то куда-то прямо уезжать. А пока мы вот съезжаем в темноту. Конец автомагистрали. Ну, это было достаточно прикольно, друзья, не так ли? Это был проезд по западному скоростному диаметру в первый день его открытия.